Ай, говорит, и идти надо, говорит, же подошел. Поздороваться, пообниматься. Да. Плохо ходишь, что ли? Нет, сейчас получится. Все, мойся, мойся. Поздоровался, все, молодец. Да хорошо-то как у вас тут. Какой-то вскрытый ган. Там жарко для медведей. Потому что жарко, там, блин, я так на метр клетка, там этих медведей настигнули. Лучшие условия. Да. Будет еще лучше. А Тоня спят вообще? Потапыч прогнал, да? Да. Там опять? Он лежит в бассейне, она голову только и не заходит. Ага. Ну, значит, уже все, леща получила. Значит, уже что-то провинилась девушка. Ну, конечно. Скажи, я парень справедливый, я просто так не гоняю. С женщинами, скажи, очень тяжело Потапыч, да? Терпишь. Они прям говорит, ой. Ниже у него душ вот здесь висел раньше. В уши не надо-то, а то потом еще сати там сидят. Ой! Потап. Ушки сейчас починить, и все будет хорошо. Он такой большой. Медведь гора. Чешет. Да, скажи, линяем. Как же, скажи, поймать эту струю-то, в рот-то взять. Ой, вот бы было все такое лето, да? Да. Было бы вообще офигенно. Это солнце не видно, да? Да нет, тень просто. Моя же тень на него падает и... Не поймал. Поймал. Надо же. Куда, говорит, делать? Он еще и бок чешет. Ну, скажи, мочалкой практически. Как будто...